Сейчас Короче. Мы уходим от копов красиво. Главное, красиво уходим от копов. А потом будем выполнять задание защитника. Ага, сделаем вид, что вот ничего не было. Вообще ничего не было. В предыдущей серии мы знакомились с девушками на пляже, фоткались с ними, Джек давил. Я не могу выпрыгнуть. Это пиздец. Там есть такой эпичный кадр, что его хоть прям на бойну засовывают. Я скриншоты в Твиттере выложу. Вот он. Сейчас он прогрузится, и люди все увидят. Короче, вот это летит Джек. Он стоит, машина. Это слишком... Ладно, ты там пока придумал что-то, там какую-то миссию же вроде выдумал. Да-да-да, миссию. Да, это тоже Джек летит, тут он стрелял у нас, там взрывы кругом. А когда я спиной прыгал, взрывы. Да, вот это было. Тут он падает, промахнул. А, это первый кадр, когда он прыгнул, ударился об машину и отлетел. Вон он отлетает вниз. Короче, мы весело проводили время, да. А теперь мы должны немножко более осмысленно устроить что-то. Да. Мэри Уэзер убивают кого хотят, а правительству насрать. Окей. Но такие великолепные суперпрофессионалы, как мы, это сделают просто, я не знаю, который вообще там не моргая. Супер крутых прыжков там. За пару вздохов просто. Так, где моя машина? Как тебе сказать? Не знаю. Говори лучше матом. Капец, она довольно близко. Километров в 50. Просто жди. Не беги никуда, ничего не делай, просто жди. Что? Сейчас все будет. Что? Ты про что? What? Этот человек явно что-то задумал. Ну и где? Так он фейлится по-страшному. Я пошел. Мы так медленно, смотри, вот если не ускоряться, просто стик. Стик вперед вести, так круто идем. Подожди, как будто мы штаны наклали. Как будто мы пингвины. Мы пингвины. Погнали. Придурки. Что есть, то есть. Этого у нас не отнимешь. Так, Джеки, давай поравняемся. И теперь побежали такие, типа, оп-оп-оп-оп, Дейзи. Серии, в которых они бегут по лесу. Так, надо аккуратно быть, нам жизни нужны. Конечно. Не смотри назад. Не смотри влево. Могут ли они бегать нормально? Нет. Пытаются ли они бегать нормально? Тоже нет. Так, а нам далеко бежать же, походу? Да вон уже, все, дорога. И два вертолета должно быть какие-то. А там их охраняет кто-нибудь, нет? Не, мы типа должны на них долететь. А, они будут вооружены? Я не знаю. Я эту миссию не делал, вот первый раз. Бывает такое, что даже этот мега-задрот и то не видел эту миссию. Это что-то из ряда вон просто, я не знаю, как поделить на ноль вселенную. Я вас попросил. Машину укради. Зачем? Ты же говорил, что вон она. На следующей дороге. Короче, я не знаю, догонишь меня тогда? Мне нужна ваша машина. А не бьёка. Шварценеггер, мне нужна ваша лошадь. Тот, че, лошадь, кого? Не, так зацепился бы, ну ладно. На такой машине они делают. Все, в принципе, приехали, можно было пешком идти. Ну и шел бы. Ох, Джеки. Ой, вертолет. На этом полетишь ты. Ну и ладно. Так, винтами только меня не задень, с тебя станется. Сразу я ракету взорвал. Я проверил просто, я забыл управление. Я тоже, да, проверил. Автолюбитель! Джеки, не палимся, соблюдаем режим скрытности. Дефкон 5. Или... Скрытность over 9000. 9000, of course. Сраный ковбой. А я сейчас, главное, начал фильмы всякие старые пересматривать в оригинальной озвучке. Ну, точнее, даже без... Ну, короче, ты понял.
И у Шварценеггера такой акцент дичайший. Вообще ужасно. Я раньше думал, ну, что как бы акцент такой не очень сильный, потому что как его все-таки фильмы-то взяли, но там, блин, в ранних фильмах это забей. Ран! Где-то до чопа! Кабан, вот я waiting for! Не, я даже не смогу это. I'm here! Ностальджия критик, как-то может еще его этот акцент показать, но я нет. Жизнь их! Кам! Hell with you! Пассажир ждет в аэропорту. Что-то у меня так есть подозрение, что это будет воздушная миссия какая-то. Может быть. То есть мы сейчас будем на нас вертолеты, может, будут набегать. Незарегистрированный вертолет. Не спрашивайтесь. Ты даже не видишь. Я просто решил мост на слабо взять. Он отвернет или я? Ага, ну я понял, чем это кончилось. Ты хоть живой? Я дымлюсь, но я живой. Я вообще удивлен, как я не взорвался. А ты уже прилетел? Вообще-то да. Ты уже садишься? Вообще-то как бы да. Фига ты крутой. Ты забрал его? А, вот он ведь. Нет, его надо хранять. Понятно, он на вертолете. А зачем сказали садиться, господи? Ну там летят вертолеты, ты видишь, нет? Ты что? Нет, в смысле его нельзя взрывать? Типа вот так. Не стоит. Не стоит, Джеки. У меня вертолет может потерять управление, потому что... Потому что Джек Шепард. Ну да, тоже. Артур, ракета! Вау. Это как это он это сделал? Я в него не попал? Короче, давай, ты задних двух, я тех, которые... Меня тут кружит пипец, что-то. У меня вертолет и все плохо. Чувак, они пытаются их взорвать. Делай что-нибудь. Do something. Do something, yeah. Да блин, только наведусь вроде. Вот, должен. Yes, первый ушел. Давай, аккуратно сейчас. Второй ушел. Да, и в труп еще налетело. Воу! Мы лучшие пилоты. Я, знаешь, что все я ненавидел в GTA вертолеты? Да, тут, кстати, ненавидел, нормально сделано. Выполнять. Нет, тут нормально, да. Вот, если бы это была какая-нибудь GTA Vice City, это просто... Да что ж ты конченый ты такой? Даже в четвертый был. О, ты его бери на себя, я не могу. Там сверху еще один просто. Да, блин, он просто как бог уворачивается. Там еще один впереди. Но не всегда. Да, там еще один. Их два. Да-да-да. Давай, Джеки. Ты давай подлетай. Это тебе не надпись «Голливуд взрывать». О, кстати, мы сейчас рядом с ней пролетим, можно взорвать. Ну или так. Дал идею, да? Ко мне! Так, они улетели мимо меня. А, готов. Один, хорош. Спереди двое. Двое спереди, ни одного сзаду. Надпись «Вайн», вот видишь, прямо на ней. Да-да-да. Ушли. Но ему, походу, пофиг, да? Не прошло, да. У меня вертолет постоянно, двигатель глушится. Вайн, вот говно! Пошла ракета, пошла, родимая. Я взорвал. Вошла, хорошо. Ты видишь? Нет, не вижу. Ты обманываешь, смотри, по-моему. На Вайн вот смотри. Вайну да нет. Где он? Ты увидишь? А вон он. Да, мим пролетел. Прям насквозь меня решил тарануть, что ли. Ах ты скотина, а? Не могу попасть. Он уворачивается, гад. Он еще бубосин стреляет так. Он стреляет по тебе? Да. Да, твою мать. Взял, на хвост, летит ракеточка. Хрен знает, то ли твоя, то ли моя войдет. Но не долетает мои не долетели. Нет, ну ладно, короче, сейчас собьем, Джек. Пошло, все сбил. Мы на тюрьму летим. Тюрьма? Не будем привлекать внимание.
Псы! Не привлекли. Главное. Тут самолет личный. Вот если я хотел такой купить, но он стоит 1,5 миллиона. Зато 11 человек в нем может сидеть. Да, короче, я буду в воздухе висеть, это там снизу монитор, мало ли чё. Я взорвал ангар. Отлично. Больше ничего не взрывай, Джек. Я хочу под ним, знаешь, вот типа вот, чтоб опасно было. Чтоб он садится. Не надо, Джек, не надо. Должно быть опасно. Опасно просто рядом с тобой находиться, Джек. Ваша команда защитила. Крутая миссия, да? Ну да. И довольно простая. Еще потом сесть в этот самолет сам и его там увезти на лос. 17-250? Неплохо. Тебе там, наверное, 1025 дали. 23. Ну, как обычно, короче. Несправедливо! Игру намыло. О, блин, стой, иди сюда. Хочешь убить их? Ты упорт, что ли? Титан! Вот в чем дело. Так тогда, Титан крутой. Вот на нем трюки выполнять будет очень круто. Офигеть, это просто... Меня-то подожди. Ага, ты там взорвать меня как будто кто-то хочет. Я не вижу этого. Такого. Давай, садись уже. Подожди. Унылый стрелок. Блин. Что, Джеки? Что ты там делаешь? Ты знал, что у самолетов есть задний ход? Офигеть. Угу. Причем довольно быстрый. Я им еще как-то пользовался. Взлетай. А, ты на этой маленькой пуколке? Я сяду на тебя. Ну давай. Короче говоря, он опять сейчас просто взорвет свое летательное средство. Давай под мостом, короче. Первый мост, я тебе сразу говорю, я по ним не прилечу, у меня размах крыльев слишком большой. А вот ты должен. Каким? А ты же даже не увидишь. Какой смысл? Я тебе могу сказать, что пролетел и крутой. Нет, я увижу. Нет. Да. Нет. Ну да, вообще-то. Давай догоняй. Сейчас такой двигатель остановил, потом что-то идет не так. Вон, я вижу, ты летишь, догоняешь меня. Хотя ну как, нет, я лечу. Не догоняешь. Угу. Ты быстрее просто. Сальто мортале. Нет, не получится, псих. Ты не сможешь, он не выкрутится. Поцелуй смерти. Ты болен. Нет, ты не выкрутишься, псих. Ты там убился? Ты выкрутил? Конечно. Слушай, да ты хороший пилот. Я неплохо, да. Так, ну нет, если это не пройдет. Я так это снять хотел, чтобы классно было. И прям за тобой газанул. Где ты? Ну я лечу туда, к военной базе, я не знаю. Видимо, я мне придется... Я нашел кладбище и церковь. Мне, видимо, придется вернуться за тобой, как-то подобрать. Да? Да-да-да. Сейчас я только под этим подмостом пролечу. Или убью скорее, потому что там очень низко. Нет-нет, Титан еще раз не появится. Добыть химии задание. И сейчас никаких заданий у меня, Титан. Не, это я понял. Так, для одного дела мне нужна особая пластиковая взрывчатка, для нее требуется синхимикат. И ты же знаешь, что его партия погружена в фургон и готова к отправке. Тебе нужно взломать систему безопасности, чтобы попасть в гараж и доставить фургон к Марихачу в пустыне. Вот мы сейчас с тобой полетаем по горам, а потом выполним миссию. Короче, Джек, помнишь фильм «Темный рыцарь» про Бэтмена? Да. Он там с небоскреба такой парашют выпустил и его схватили. Короче, делаю так же, я тебя подберу. Такой, what? Знаешь, я как бы вот обычно сам такие идеи даю, но вот сейчас, когда ты ее сделал, она слышится очень тупой. Да, вот ты прав. Я теперь понимаю, как ты это слышишь. Типа, давай там прыгнем. Каждый божий день. Давай я прыгну просто, смотри. Ты опускаешься так низко к горе, на которой я стою, что я просто прыгаю и зацепляю за тебя. Давай. Получилось, к сожалению. А, давай, иду, короче, на аэродром, я тебя подберу. На аэродром ты должен, на тот, на котором мой этот стоит.
Расскажи что-нибудь. Здесь слишком, слишком маленькая взлетка. Вот поэтому я тебя туда и отправил. Че, хочешь сказать, я не приземлюсь, что ли? Нет, ты приземлишься, просто это будет круто. Нет, я не приземлюсь, Джек. Я не приземлюсь, а я просто, у меня крылья не хватает, размах большой. Уйди, короче, в болото. Ты сможешь. Я в городе могу приземлиться на Титане. Сможет ли он приземлиться или нет? Если я придумал, куда я сейчас приземлюсь. Цыпленок! Цыпленок! Это очень подло, Джек. Че, слабо Макфлай? Никто никогда не смеет называть меня цыпленком. Блин, я не могу тут повернуть даже. Что-то я как-то... Хотя нет, смогу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мужик на мотике. Ля-ля-ля-ля-ля, он был сбит. Это был не я, конечно же. Господи, как это страшно, Джек. Ну что ты меня толкаешь? Потому что ты сможешь, я в тебя верю. Вообще, мне просто, знаешь, мне просто интересно будет посмотреть это. Дебил. Ты про меня? Спасибо. Нет, нет, я въехал. Меня въехали. Сейчас смотрю, вау! Такой в ядерный гриб такой из-за горы. Piece of cake. Я правда не уверен, что я теперь взлететь смогу отсюда. Но посадить я смог. Не перекрыл хоть? Нет. Я просто, не знаю, летчик от бога, понял. Ну это я вот как бы знал, просто хотел убедиться. Мне крикнули, что я мешок дерьма. Мешок с дерьмом? Нет, мешок дерьма. Тоже неплохо. Я бы не сказал. Но я уже почти близко. Почти, хорошо. Фрукты какие-то продают. Я здесь уже даже успел на Титане приземлиться. Я, пожалуй, подвину, тут вертолет какой-то. Что это было? Подождите. Я еду справа, бдыщ такой. Я прям все заснял. Я все заснял. Джек. Как можно быть таким? Каким? Как ты взорвал Титан? Да там вертолет, я его подвинуть хотел. Титан такой взорван. У меня какие-то чуваки хотели. Давай, взлетаем, летаем. Прости, Титан под землю ушел. Да, с этим вертолеты на тот аэропорт. Там а что, здесь нет самолета? Воу-воу-воу, кто стреляет? Ну, типа банда. Титан, говорю, до новый должен появиться. Да, подожди, сейчас. Меня же убьют сейчас. Ну и чё? А, ну типа фигайся, я... Ну и чё? Прикрыть. Чувак, я лечу, я тебя спасу, сейчас и будет. У меня, правда, нет пулеметов на нем. Но я смогу. Не-не-не, Джек, уходи отсюда. Че, куда? Все нормально. Это точно нормально, ты уверен? Какого хрена тут делает этот... Кто? Да, чувак просто вылез какой-то, я не знаю. Чувак вылез? Ага, на взлетке перегородил мне ее. Вау, я чуть не впилился. Да, посмотрим, ты думаешь, там Титан по-новому будет? Да, скорее всего. Ну, либо какой-то другой самолет большой. А чего ты вообще пришел к такому? Они просто, когда один взрывается, другой спавнится, то есть. Ну, окей. Такое, короче. Угу, понял. Так, а где она? О, уже под тобой. Нихт. Нету ни хрена. Да, ты Титан сломал. Давай, Джеки, сейчас ты уйдешь немножко вперед. Ну ты лети, короче, в какую-нибудь сторону. Я сзади буду и посмотрю, как ты будешь делать сальто мортале. Как крутой пацан. Окей. Да, просто. Тут же, кстати, еще тот мост как раз. Ага, да. А давай, давай вот так сделаем сейчас. Супер трюк. Короче, я делаю с, как она называется, мертвую петлю. Ага. И на вылете из мертвой петли пролетаю под мостом. А, окей, хорошо. Ты меня давай. Видишь? Да. Я убьюсь. Мне так рано еще, надо, чтобы все красиво прям было. Давай, Джек. Ты думаешь, я смогу? Я думаю, нет. Я, черт подери, смогу.
Блин, закат еще прям в глаза. Но это войдет в историю, Джеки. Как самый неудачный поп... Давай, пошел. Ты уже не идешь на сальто мортале. Где я? Нормально все. Но это не было сальто мортале, Джек. Ну ладно, будем считать, что... Вот так вот, like a boss. Что мы там будем считать? Очень жаль, но кажется, ваш транспорт средств уничтожен. Да вы что? Подбери меня, вот он я, в болотах. Ага. Эй. В смысле, как я... Ну ладно, я сейчас на дорогу попробую приземлиться. Ну, дороги тут нет, поэтому я тебя просил приземлиться на болотах. Ну как нет? Слышу, знаешь, такое... Ну, а как тут еще приземлишься, Джек? Конец. Блин, у меня все ботинки от Гуччи или от кого-то. А, от Гуччи. От Пердуччи. Давай, переплывай там. От Гуччи, точнее. Ну, сейчас должен Титан появиться, я почти уверен в этом. Конечно. Слушай, я тебя не могу подобрать, у меня же здесь одноместная эта тротека. Я запрыгну, нормально все. Я зубами зацеплюсь там, ты берёшь. Вау, парни, вы что творите? Да, короче, ты... мне придется тебя бросить. Хотя... Да подожди, я запрыгну нормально. Да вон парень на бэхе сзади, убей его. А, не хочу убивать парня на бэхе, давай. Погоди. Все, вперед! И вместе они бороздили пространство и время! Что ты наделал? Я наделал, окей. Почему мне пытаются убить вообще? Ну потому что ты начал убивать их. Ой, у меня что-то горит, по-моему. Ох ты конченый, ты мне сейчас ответишь за этот самолет. Куда ты бежишь? Вау! Джек Шепард взорвал вас. Так бывает? Нет вообще. Увидишь мою серию, поймешь. А, окей. Угу. Давай там, вызывай какой-нибудь вертолет или что-нибудь в этом духе. Не, мы сейчас в аэропорт или миссию будем делать? Я хочу... Титан, проверим еще раз. Давай еще раз. Так, ну ты бери этот самолет. А, он же двухместный, давай я по-быстрому отвезу нас туда. Давай. А, это же твой. Я зову его Джессика. Очень подходит название. Ага. Помята такая Джессика. Так, а нам нужно развернуться сейчас и... Сейчас взлетаешь и направо давишь. Там бандиты опять, наверное, будут, да? Да. А у нас же, когда мы садимся на эту хрень, там постоянно перестрелки начинаются, да? Ну да. Надо вот висят рядом. Ага. Окей. Эй. Сейчас все будет. Я сначала речку переплыву. Почему я не могу вылезти и по краю этой пройти? Крыла. И встать так, и одной рукой держаться из него. И типа... Юванцам. Почему я не могу высунуть лицо, да? И открыть рот. Так. Как собака. Погоди. Чё? А. Там кто-то садится опять? Что, Джек? Ну-ка. И чё? Ты меня пригласил в гонку, что ли? Как-то? Ага. И мы сейчас типа полетим под мостами, под всем, и потом финишируем. Ну давай. Ну ты принял? Ну принял, да. Старт. Давай, гоню! Давай только не бортоваться. Не бортуемся. Случайно, чисто, серьезно, случайно. Конечно, ну да. Я этого дех. А где гонка кончается? Я... В смысле, какая гонка вообще? Чё ты придумал? Нет, я понимаю, но где значки какие-то там? Нет значков, просто гонка. Я вот знаю, что здесь целая куча мостов есть. Вот справа сейчас за этим. Ну, они легкие, ну ладно, погнали. О, легкие, а потом выкрутимся на трудные. О, тут яхта. Ничего. Знаешь, что я тебе предлагаю? Нет. Пока я буду в Гонконге, ты накопишь на яхту, купишь яхту, и потом мы с первой серии, после того, как я вернусь, покажем людям яхту. Я лучше буду более целесообразно тратить время. Лучше просто. Как обычно. Да я какой-то там писечку, простите, задел. Край камня. Дебильный просто. Забери меня. Блин, я только начинаю все это дело делать. И ты
Ну, иди, как... короче, на взлетку просто и возьми себе самолет. Тебе так ближе будет, потому что я сейчас полчаса опять буду приземляться, а у меня самолет раздолбанный тобой. Мной, значит, я виноват. Девчонку делаем кое-что за кадром и потом... Забери меня, забери... А, не, вон ты. Неплохой Тратос. Ты что сказал, овцы кусок? Я поеду на этом, пожалуй, минивенчике семейном. Чисто такая мама амакриминал кар. Бешеные развороты. Так, нужно поставить, да. Нам нужно не так уж и далеко озеро переплыть. Да, погнали. Сейчас, подожди, меня тачку пригнали. Эта царапина была ведь так. Нет, ее там не было. Говно! Говно! В панике убежал. Да, куда едем? Поставь маркер со мной или просто едь за мной. Нет, я тебя обгоню уже 20 раз. Ну вот когда обгонишь, притормозишь, и я сяду в твою машину. Потому что I'm a criminal car не особо быстрый. Столбик. Дорогу, пешеход, дорогу. О, пошел отрыв, бешеный отрыв. Вот это скорость. Ты там на спидах, я смотрю. Ага, да. Сумасшедший, что ли? Вообще разбиться бешеный. Хочешь? Жить надоело. 80 километров в час. Бесконечная власть. Знаешь, ты, оказывается, опасный стритрейсер. Ну да. Девчонок это всех заводит по-любому. Конечно. На 80 километров, что там едет такой. 82! Собака бежит на бегу такая. Быстрее, чем... Троллейбусы обгоняют. Ты что-то, блин, не догоняешь меня. А я просто врезался все время. Конечно. Да. На самом деле нет. Ну, ты довольно быстрый. Только не забывай о том, что нужно будет аккуратно там подъехать и не выламываться тупо, как в последний раз. Окей. Издалека постреляли. Угу. Как же хороша моя машинка. Ну, моя тоже ничего. Ну да. А, я понял, что за мотель. Да, тут есть такой. Где мы? Кстати говоря, только один раз за Тревора был. Так, сверх тяжело броню брать, и как можно. Ты с другой стороны, что ли, решил ломать? Здесь офигенное место. Так, ты там кого-нибудь видишь? Я кого-то вижу, кстати, да, говорю. Вижу. Они открыли по мне огонь. Их ошибка была. Они не убьют девчонку из-за того, что мы начали полюбить? А хрен я знаю. Лучше бы, конечно, ее не убивать. Дебил. Моранс. Где они? А вон да наверху они все меня убивают. Спокойно, без нервов, господи. Давай. Бей меня. Fuck you, you fucking fuck. No, fuck you. I fuck you, you fuck me, we fuck you. Она тут ноет. Господи. Я забрал ее. Я понял. Слушай, да, она симпотная такая. Врагов не вижу. Привет, деточка. Привет, деточка. Да где вы, мать ваша? Пожалуй, ты там типа придержи их. Деточка, почему деточка? How you doing? Ты там крошишь? Давай гоните, что ли? Да, этот народ просто куда-то затихарился весь. Ну да, он на мотоциклах гоняют, убивают меня. Затихарились такие, прям в стелс все. Ты типа выходишь уже, что ли? Я типа наверху, иди ко мне и прикрой меня. Ты на самом верх поднялся? Я... Она такая, what the fuck is going on? Я то же самое говорю.
Давай сюда. Джеки, я их поубивал уже целую кучу. Вот их тут еще триллиард. Давай. Я наверх поднимаюсь просто, и мне начинает вылетать сразу. Ну а что делать? Я тут сижу, отстреливаюсь. У спуска. Я, говорит, наверху. Ну наверху, типа на этаже, где она. А ты выше меня, я так понял. Я на крыше. Ну так, нам туда не надо. Ты чё стоишь, дура, присядь. Джеки, спокойно, не нервничай. Фу, женщина. К нам сейчас приедет там, по-моему, что-то. Да я сейчас в Аддер сяду и уеду, если ты меня прикроешь. Нет, пока не надо. Надо я тебя не крою пока. Но мы уже к машине бежим, поздно. Ох, Джеки, кооперация просто уровень бог. Тупая. Она пошла бегать. Ты же дурян, что ли? Чё ты там делаешь? Чё ты встала там? Чё он делает? Если ты идёшь в стену, я тебя убью сейчас вообще просто. Привет. Давай. Такая. Здрасте. У меня геймпад разряжается. Если я сейчас окажусь без управления, это будет печально. Провод найди. Ноу. Не лень. Джеки. Что? Ну ладно, давай садись в эту машину. Ты там, я не знаю, как-то сообщай мне о том, что ты думаешь, там, я не знаю, что ты хочешь. А то я зашел туда, я побежал туда, мы уже вышли. Ну я тебе просто говорил, типа, крой, типа, я наверху. Ну типа, вверх же это не низ, не первый этаж, второй. Да у меня они там в одном месте как-то странно себя вели. Давай я не буду сильно гнать, а ты будешь ехать передо мной. Окей. Если не выскочат, то чтобы ты сразу хвалил. Обожаю пикапы, такие американские. Да вроде никто не должен ничего. Хотя это байкеры. Ну да. Короче, у меня тут машина попу рвет полностью на всех газах, а ты там потихоньку догоняй меня. Ну да. У тебя понятно быстрее меня. Я-то как бы не на полный газ. Не спрашивай. Просто не спрашивай. Так, сейчас я маркер поставлю. Так маркер же есть. Нет, у меня нету указания, на куда поворачивать, куда что. Привезите Анну к Мадрасу. Но он, короче, не доезжает до города, по-моему. Должен быть. У него же там вилла. Ну да, 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 да. Там все. За тобой там еще никто не гонится пока? Нет, я вообще на полных спидах рву. Улетел. Мы едем, мимо машины нас подрезали, она такая кричит: fuck you, motherfucker. Лучшая женщина в моей жизни. Fuck no, такая. Супер. Просто. Может, я ее не повезу к Мадрасу, а? Анна, имя хорошее такое. Анночка. Ты сейчас в той же ситуации, что и Терренс, Филипп. Тревор, короче. Ага, такой говорит: что там случилось? Ну, короче, у нас его жена. Чё, как у нас его жена? Какого черта? Ну, там, в общем, обстоятельства такие-то. Так получилось. И вот я здесь. Такого не может быть, не может быть. Ай, черт. Чёртова гравитация. Если что-то, ты меня прикроешь, да, по-любому? Конечно, да, я уже в километре от тебя. Хорошо. Пута мадре. А если остановится, машина будет качаться? В смысле качаться? А, качаться? А, я понял про что-то. Качаться. Я попробую. Должен проверить. О, джипик так круто сделаны. Это просто вообще... На них по бездорожью здесь я реально просто надо вот возьму какой-нибудь оффроуд такой, прокачаю его и катаюсь на нем. По оффроуду, собственно. Это прикольно. Машина качается. По дрифту. Говнё! И полетел вниз. О, щит-щит-щит она крикнула. Лучшая просто. Ого, вот машине не повезло-то. Воу! Куда же ты летишь-то? Fuck it. Just fuck it.
Я не отвезу. Я не отвезу ее все. Нет, я не повезу ее. Нет. Ты должен. Не заслужил ее. Зачем она ему? У него жена есть, которую украл Тревор. Нет, нет, деточка. Ты должен. Ты должен это сделать. Переступи через себя. Давай. Не валяй дурака. Нет. Давай. Буду вынужден. Делай то, что должен. И будь что будет. Морда такая. Анна! Но! Анна! Путана! Нет. Она приличная. Не смей говорить о ней плохо. Из приличной семьи. Прикольная миссия. Полетали, да, тоже, да, неплохо. Особенно ты там сальто делал. Я крутой. Я второй раз в жизни сделал сальто на Титане. Это было весело. Мне понравилось. А я вообще не поверил. Я такой полетел смотреть, как ты убьешься. В итоге убился сам. Ну как же ты не заснял-то это? Это печально. Я заснял же все. Ну ладно, короче говоря, давайте на этом заканчивать, потому что меня сейчас убьют, если я кушать не пойду, время, да, уже поздно, и все, и все хотят меня убивать, короче. Всем пока. Да. Было весело, всем спасибо, всем пока.